Ваше мнение о прошедшем процессе? Если бы мы все молчали, было бы то же самое. Когда просишь, блин, требуешь, ну, пожалуй, что на основании презумпции невиновности сторона обвинения должна опровергнуть твои доводы, а этого нету, а есть мантры, что не обосновано, ну то что, ну, разговор вот людей на разных языках. И им за это ничего не будет. То, что судья Басманного районного суда Николаева держала дело столько у себя, судья отказалась выносить частное определение. То, что судья Николаева Басманов в суде сократила срок обжалования с 10 дней до 3, тоже отказалась выносить частное обвинение. То, что судья Николаева не дала 13 ноября последнее слово нашему общему доверителю, подзащитному Хасаву Дагиру Зайдиновичу, последнее слово не дала. Это тоже не предмет для частного определения в адрес судьи. Ну, как-то вот на разных планетах живут. Не, дальше будем обжаловать. И во всех возможных инстанциях, вплоть до европейского, не нарушая, естественно, сроки. Ну, а как иначе? Адвокаты же никого не зовут на баррикады. Наоборот, говорят власти, соблюдай закон. Ну, или меняйте закон. Грустно, что ничего конкретного, то есть в какое время, в каком месте, ну ясно кто, Хасавов Багир Зеленович, адвокат, что он сделал, кого он принуждал или пытался подкупить, каким способом, этого мы до сих пор за три посещения СИЗО-4 «Медведь», в районе Северного Медведкова города Москвы, управления ФСИН по городу Москве, мы ни разу ничего не нашли, никакой угрозы, причем там несколько всегда адвокатов мы приходим в разном количестве. Грустно это, конечно. Крылья мы опускать не собираемся. Не, конечно. Если кто-то не прибывает, это уж бывают причины. Я могу сказать, вот дети заболели, у кого-то другой там процесс. Это понятно, да. А вот... Видимо, главное качество адвоката – это терпение. Оно у нас есть. А пытаться там запугать, как Дагира вели в Османовом райсуде 18 сентября прошлого года в позе 90 градусов, человеку 60 лет. Он что, получил пожизненное? Ну это же, можно набрать YouTube, первое слово говорить не буду. Уважаемые адвокаты ведут по коридору, вы за 46 секунд можете посмотреть это. Ну что, так нельзя жить. Считая, что моего подзащитного коллегу, адвоката Дагира Хасавова, обвиняют незаконно и необоснованно. Такое ощущение, что в данном судебном процессе, да и вообще в последующем, что у адвокатов одни кодексы в руках, у стороны обвинения и у суда. Такое ощущение, что мы, находясь на территории Российской Федерации, пользуемся разными законами, разными кодексами, разными постановлениями суда Российской Федерации. Поэтому считаем незаконным, необоснованным, и дальше попытаемся, вот именно что попытаемся, потому что исходя из того, что как в суды идут, то есть шансы очень мизерные. А на самом деле вина данного адвоката Хасавова не доказана. Поэтому будем дальше обжаловать защиту. Спасибо. Честно говоря, я недоволен сегодняшним процессом на протяжении 2,5 часов. 8 адвокатов по полочкам разложили все нарушения, допущенные Басманным судом. На все наши доводы со ссылками на закон, на судебную практику, на решение Европейского суда, прокурор и следователь сказали всего-навсего несколько фраз о том, что решение суда в основном законное и обоснованное. Законное и обоснованное в чем? Ни один из доводов, который был озвучен стороной защиты, сегодня в суде опровергнут не был. Тем не менее, почему-то суд оставил решение Басманного суда без изменений. Я не готов пока говорить, чем мотивировался суд. Почему? Потому что это мы можем сказать тогда, когда у нас на руках будет мотивировочная часть решения. Но получив данные,
решение суда. Мы не будем останавливаться и будем и дальше использовать все предоставленные нам законом способы, будем обжаловать вплоть до Европейского суда. А как вели себя следователи, прокурор? Нам не было представлено мотивированное возражение ни на одну апелляционную жалобу. То, что произнесла следователь, ну, это произвольное изложение положения статьи 97 ПК, где указано, в каких случаях избирается мера пресечения в виде заключения под стражей. Помимо этого, ничего нового мы не услышали. И вот это вот все в ответ на те возражения, которые были представлены стороной защиты на протяжении 2,5 часов. Будем обжаловать. Что могу сказать? Конечно, удручает то, что сейчас вот произошло. Ну, несколько защитников, понятно, что не один. Каждый говорит, как бы излагает свои доводы, и при этом в глазах следствия, прокуратуры читается только какая-то пустота. То есть люди не утруждаются даже каким-то образом мотивировать свое мнение, каким-то образом донести до нас. Ну, возможно, да, мы в их глазах какие-то глупые, может быть, как-то мы не так выступаем, не то говорим. Ну, хорошо, мы готовы выслушать аргументы и указания на наши какие-то непонимания, на наши ошибки. Но этого не происходит на протяжении из раза в раз. И очень, конечно, неприятно осознавать, что мы делаем свою работу добросовестно, так же, как, в принципе, и Дагир Зиевдинович делал свою работу добросовестно, за что и сейчас оказался за решеткой. А в ответ на наши мучения, труды и попытки призвать к благоразумию и попытаться как-то, я не знаю, призвать все-таки суд к независимости и к выполнению своей прямой функции, мы пытаемся все это сделать, а прокуратура всего лишь как по наученному, то же самое, как исследователь, утверждает одно и то же. Доводы не обоснованы, без указания оснований. А как судья? Судья, может быть, немножко скажу некорректно, но судьи, как обычно в таких ситуациях, пытаются создать видимость независимости суда. При этом все мы прекрасно понимаем, что ни о какой независимости речи быть не может, когда оказывается такое давление, ну, в зале присутствуют лица, которые не представлены никому, в качестве слушателей, которые постоянно обсуждают ход процесса с прокуратурой, со следствием. Конечно, это неприятно. Конечно, мы все надеялись, что суд нас услышит, что судья проявит свою независимость. Но чуда не произошло. Будем надеяться, что при очередном продлении судья уже, ну, третий судья будет рассматривать. Может быть, что-то и там чудо произойдет. Очень будем надеяться. Ну, надежда умирает последней. Спасибо, готово. Сегодняшний процесс продемонстрировал нашу адвокатскую солидарность с коллегой Дагиром Хасавовым. И хотя он не привел к тому результату, который по закону должен был выступить, хотя позорное решение Османного суда от 13 ноября не было отменено, я уверена, что судья нас услышала. И она расписалась в своей зависимости, зависимости от того, что ждет от нее власть. А власть ждет от нее очень простых вещей. Если Дагир Хасавов в нарушении всех фундаментальных прав уже практически 2 месяца по этому решению находится под стражей, то ее сегодняшнее рассмотрение дела было пустой проформой, потому что она изменить с этим периодом времени уже ничего не сможет. Она только должна закрепить это беззаконие. Но мы ей сегодня подчеркнули, что беззаконие на то и беззаконие, что закрепить и узаконить его невозможно. А она вынесла решение о том, что содержать под стражей Дагира Хасавова необходимо. Только он уже этот срок там находился, поэтому ее решение судебное просто нонсенс. И она доказала, что целый ряд конкретных нарушений российского национального закона, Конституции и Европейской конвенции
был допущен, и что она не сделала ничего для того, чтобы эти нарушения поставить заслон дальнейшим нарушениям в деле Дагира Хасанова и в деятельности Московского городского суда. Московский городской суд, хотя теперь формально, и отмечает положение конвенции. Раньше нам просто не разрешалось говорить на эту тему. Нам закрывали рот, говорили: уважайте российский суд. Сейчас нет, они отражают нарушение Европейской конвенции или соблюдение Европейской конвенции. Но они не уважают конвенцию и ставят Россию в очень неприглядное положение. Десятки, сотни и уже теперь тысячи дел об этом самом, о нарушении 5-й статьи Европейской конвенции. Тысячи и тысячи евро были выплачены россиянам за нарушение этих норм конвенции. Я прошу прощения, тут слезы бегут по всем причинам сразу. Но мы не сдаемся. И опять, в очередной раз вынесено неправосудное решение. Но мы хорошо знаем, что делать с этим решением. К счастью, Дагир Хасанов сильный человек, по-настоящему боевой независимый адвокат, который твердо решил, что он свою правоту и невиновность докажет. А мы, вот все, кто были там в зале, все, кто в нашем чате, все, кто в нашей группе в Фейсбуке, все адвокаты, которые понимают суть этого беззакония, мы ему обещаем, что мы его дело не оставим, мы доведем его до конца. Международная комиссия юристов уже высказалась по его делу, высказалась очень прямолинейно и принципиально. И мы добьемся справедливости для Дагира Хасанова. Нет произвола! Нет произвола!